Сложный, не совсем понятный матч, в котором даже в девятером Кубань билась только за победу. Короткое резюме последнего матча уходящего года для нашей Кубани. Уже в первом тайме команда осталась в десятером. Локоть Зилау попал в лицо сопернику. Судья зажег красный свет. До этого момента центральный защитник отметился голом, но боковой зафиксировал офсайд. Даже в десятером Кубань владела преимуществом, создавала моменты, некоторые из которых претендовали на статус голевых. Второй тайм, и Кубань уже в девятером. Алексей Козлов, бившийся на своем фланге как лев, отправился в раздевалку после второй желтой. В такой ситуации логичнее всего окопаться у своих ворот и отбиваться. Но Кубань – это характер, сила духа и жажда побед. До последних секунд матча желто-зеленые сражались и рвались к трем очкам. Последняя минута, и Попов мог спасти матч. Удар и мяч в руках голкипера. В итоге всего лишь ничья. Ждем побед от любимой команды.